То есть мы сейчас с вами перешли, наверное, как вы поняли, к духовному компоненту. То есть мы когнитивный компонент с вами разобрали, что такое ВИЧ. Рефлексию, как помочь человеку пропустить через себя эту проблему и замотивировать его на изменения. Разобрали. Поговорили о поведенческом компоненте. Что делать, если вот в ситуации, в семье, в жизни у человека возникла такая ситуация? Какие конкретные рекомендации мы можем дать? Конечно, мы не можем разобрать все ситуации, но вот в пособиях «Жизнь продолжается» там достаточно много разобрано. Там посмотрите по, оглавлению. По содержанию. Да, там все вопросы, которые у вас есть, по оглавлению, они есть. Почти все. И сейчас мы уже перешли на духовный компонент. То есть каким самый главный образом, духовный компонент. Каким образом способствовать тому, чтобы человек осознал значимость жизни, неважно, сколько ему осталось жизни, жить месяцев или лет, да, или десятков лет. Но в любом случае человек хочет знать ответ на такие вопросы. Любит ли меня Бог? Прощает ли меня Бог за то, что вот, в моей жизни так? Почему вообще это произошло в моей жизни и что я должен успеть сделать? И вообще, есть ли у меня надежда на то, что там за чертой этой жизни, вот то, что я сейчас успею сделать и как я успею жить, как-то, будем так говорить, перечеркнет то прошлое, которое у меня было раньше. То есть это те вопросы, которые в любом случае встают перед человеком, особенно с таким заболеванием. И через священнослужителя, через душепопечителя, консультанта прикоснуться вот к этой вот безграничной, совершенно потрясающей Божьей любви, любви Творца. Вот, и мы давайте сейчас с вами как раз поговорим о таком духовном и пасторском попечительстве. Но я все равно все-таки зачитаю одни такие данные. Вы знаете, что Моцарт создал более 600 музыкальных произведений, а Бах писал по одной кантате в неделю. Вот какая часть из этих произведений попала на сцену и в студии звукозаписи? Как вы считаете? Минимальная. Минимальная. Мало. Очень мало. Томас Эдисон провел более 1000 экспериментов в различных областях, но известен он широкому кругу только лишь как изобретатель электрической лампочки. Хотя у него было 1000 разных экспериментов в разных областях науки. Эйнштейн, кроме своего труда по теории относительности, опубликовал 248 других работ по разным другим научным сферам. А большинство человечества знакомы с этими работами? Нет. Но эти люди жили продуктивно. Понимаете? А жизнь, потому что у нас многообразна, разнообразна, так давайте не будем зацикливаться на чем-то одном. Надо жить продуктивно в своей жизни и не думать о том, что будет потом. Да, вот самое главное, чтобы сегодняшний момент был продуктивным. Итак, вот пасторское и духовное попечительство. Вот как же помочь людям вот с таким страшным диагнозом, да, продуктивно жить? Что значит духовное попечение человека? Вообще слово «духовное» очень часто это слово путают с таким понятием, как «религиозное». Вот давайте мы разведем два понятия – духовный и религиозный. Во-первых, они... духовное – это относится к душе и к духу человека. Во-вторых, то, что внутри человека имеет прямое отношение или обращается к Богу, Создателю, к чему-то более великому, чем мы. Ну, то есть, когда приходит человек неверующий, который вообще в жизни не произносил слово «Бог», хотя таких сейчас практически не остается людей, да, вы знаете, любой человек, вот любой, мы не встречали еще ни одного даже самого закоренелого атеиста, который бы отвергал существование того, что больше... Есть что-то более великое. ...нежели материальный мир. Это признают все. Вот, поэтому... Потому что есть такие ценности, как любовь, красота, радость, честность, порядочность, нормы добра, зла. То есть и это вот видимо, входит в это вот понятие духовное, вот это вот духовное попечительство. Мы работаем вот на этих общечеловеческих, духовных, нравственных понятиях. Ну а теперь понятие религиозное. Во-первых, это относится к традициям и обрядам. Такая. К религиозной практике такой, да? То есть правила, обряды, которые требуются выполнять, последовательности в той или иной последовательности, например, крещение, молитва, исповедание, как это все происходит. То есть обязательно это должно быть. То есть это понятие религиозности. Мы очень часто бывает так, что духовное и религиозное, оно все замечательно совмещается. Это вообще должно быть в идеале, чтобы замечательно все совмещалось. Но о чем мы говорим, что очень часто дело развода. Вот чтобы вот этого вот развода не было, да? Чтобы нас не развели. Да, в разные стороны. Вот давайте мы сейчас с вами, чтобы как вот эти два понятия определим вот их разницу между собой. Религиозный, такой набожный, строго соблюдающий определенные обязанности или правила. Например, там паломничество, соблюдение различных постов.
Обязательно причастие раз там, в неделю. Обязательно. Нельзя принимать причастие без исповедания перед этим. Да, и обязательно чтение Писания с 5 до 8 утра и вечером с 10 там, до 12. Мы не говорим, что это плохо. Но если для человека это, будем так говорить, основополагающая часть его духовного состояния и его веры, это религиозность. Ну, например, празднование Рождества, скажите, это духовное понятие или религиозное? Вот само по себе это религиозное понятие. Мы были но в одной церкви. С каким церкви? Мы сердцем идем туда? В одной вот, церкви мы были, там говорят, почему вы празднуете Рождество зимой? Ведь если вы будете читать Ветхий Завет, там это было время осени. Осенью там был сбор урожая, и вот они ехали. Тем более, по всем историческим данным, этот Цезарь дал повеление. Он не мог зимой дать повеление делать перепись, потому что зимой заняты люди. Ну, это еврейская мессианская церковь, они так скрупулезно, настолько скрупулезно. Прочитали Ветхий Завет. Прочитали, они конкретно сказали, почему тогда-то? Понимаете? Мы сказали, замечательно, ребят, если вы празднуете осенью, мы будем праздновать два раза. Они говорят, мы так с вами делаем. Осенью и с нами зимой. А мы так и делаем, им замечательно. Понимаете, то есть, с одной стороны, как бы можно религиозно там какую-то дату подстроить к какому-то событию, а с другой стороны, можно это событие воспринять именно сердцем, разумом и благодарностью Богу. Это уже будет относиться к духовности. Понимаете? Опять-таки, замечательно, если два понятия состыкуются. Это самый лучший вариант. Ну, а теперь определим понятие пасторский. Что это значит? Это понятие используется по большей части в таком христианском контексте. Ну, вообще слово «пастор» – это из Священного Писания, да? У мусульман такого понятия нет, у буддистов этого нет. Ну, это вот по большей части христианское понятие. Идет образ у нас пастыря, который пасет стадо свое, чтобы защитить, чтобы найти ему пищу, питье. Вот часто... Очень часто в Священном Писании именно Иисус сравнивается с таким, с добрым пастырем. Ну и сейчас это понятие используется в значении поддерживать, быть рядом, идти рядом, быть духовным другом, наставником, направлять в правильную сторону. То есть вот что значит пастырское попечительство, да? Если мы рядом, если мы направляем, если мы сопровождаем человека вот в этом вот его состоянии. Вообще, знаете, что интересно? Однажды вот я такую вещь услышал, что в израильском народе пастырь, пастух, никогда не идет сзади, в конце стада. Почему там, говорит, вот, потерявший овцу оставляет 99 и идет искать? Потому что если бы он шел сзади, он бы видел, куда как ушла. Как потерялась, да. Как потерялась. А тут вот, знаете, почему такое происходит? Потому что там же все-таки достаточно такие горы, да. И если волк стоит на горе, овца идет и видит тень. Она дальше не пойдет. Она боится. Что такое? Может, это живой, может, не живой. А пастырь прошел, она его знает, она за ним идет. И голос, тем более. И голос знакомый. Да, идет на голос пастырь. А у нас наоборот. А у нас подгоняет. Толкает, вы идите впереди, а я вас, значит, буду подгоняю, пасти. Да. То есть, может быть... Ну, это вы сказали. Ну, хорошо, что как бы вот картинка вот эта сработала, да, вот пастырь. Ну, и вот тут такая тоже картинка. Что весь человек включает в себя тело, душу и... Дух, который дает человеку общение с Богом, жизнь. Так, ну здесь что-то разум берет. Дальше определение культуры. Давайте посмотрим, что такое культура. Совокупность установок, как явных, так и скрытых, которые человек наследует как член определенного общества, и которые диктуют ему, как воспринимать мир, как ощущать себя эмоционально в этом мире, как себя вести по отношению с другими людьми, по отношению с какими-то сверхъестественными событиями, силами, с природой, с Богом. То есть мы все с вами продукты какой-то культуры. То есть вот культура, в которой мы с вами росли, что-то в нас с вами заложило. Да? И вот бывает такое сплетение культуры, религии, духовных убеждений. Потому что наши верования, наше понятие высшего разума, высшей силы, Господа, влияют на наши отношения к людям, на нашу культуру, в которой мы живем, и на наши традиции. И, естественно, культура, которая вокруг нас, которая тоже во всех этих верованиях, да, существует, она влияет на нас. То есть это идет такой взаимный процесс. Да, и наоборот. Ну и библейские заповеди. Мы призваны следовать библейскому примеру, который демонстрирует, как Бог относится к греху, к состраданию. Например, проявлять к людям безусловную любовь. Это относится к пастырскому сопровождению больного человека? Конечно. То есть мы сейчас с вами говорим не о... пасторах, которые должны проводить пасторскую заботу. А мы с вами говорим о каждом из нас. Мы, как христиане, помните, с вами говорили, у нас нет выбора, быть или не быть душепопечителем. К нам люди все равно идут. Просто мы с вами либо плохие душепопечители, либо хорошие.
То же самое, у нас нет выбора, проявлять пасторскую заботу или не проявлять. Потому что для кого-то мы являемся более таким высшей инстанцией, да, пастырем, которого мы можем направить, которого можем сопроводить в этом пути. Просто мы можем быть либо плохую пасторскую заботу показать, либо хорошую. Понимаете, у нас нет выбора. Как только мы стали с вами анестезией служения, как только мы стали соработниками у Христа, все, выбора нет. Просто мы можем свое это дело делать хорошо или делать его плохо. Это дело. Проявлять сострадание и справедливость к этим людям. Проявлять верность Бога к этим людям. И как нам проявлять эти качества, оказывая духовную пасторскую заботу, которая сильно отличается от нас? Например, человеку, умирающему от СПИДа. Как оказывать эту поддержку? Ну, во-первых, можно, конечно, мы работаем с молодежью, конечно, мы работаем с наркоманами, конечно, мы работаем уже с тяжелобольными и умирающими людьми. То есть первые две группы – это работа, будем говорить так вот по первому пункту, как профилактика. Ну, что значит с молодежью работать? То есть нацеливать их на здоровый образ жизни. Против вот такого, как сказать, беспорядочных половых связей. Ну, с наркоманами там тоже понятно, да, говорите вообще, с людьми с вредными привычками. И уже потом приходим к тем, кто уже имели такой скорбный опыт и приобрели вот этот диагноз. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу TV-семинария.